Друзья, всем привет! Сегодня посмотрим на аквариумы, в которых видны примеры соседства альтумов с другими рыбками. А также полюбуемся видовыми аквариумами, где у альтумов нет соседей. В целом альтумы отличаются миролюбивым нравом, но не стоит забывать, что они все равно являются цихлидами, и зачатки охотничьих инстинктов имеются и у этого вида. Идеальным вариантом будет видовой аквариум, в котором рыбки смогут продемонстрировать всю свою красоту. Но если вы хотите разнообразить состав население своего аквариума, то хорошими соседями к альтумам станут крупные хароциновые, например, орнатусы, лимонные тетры, рубростигмы, миноры или же вродящие рыбки, меченосцы и малинезии. Сомики коридорасы, анциструсы и таракатумы также хорошо подойдут для совместного содержания. Не стоит подсаживать к альтумам рыбок, размер которых во взрослом состоянии не превышает 4 см, например, микроразбор или атацинкусов. Рано или поздно альтумы могут начать на них охоту, но при попытке проглотить добычу она может застрять во рту рыбок, что может привести к их гибели. Ну и вообще-то не рекомендуется содержать альтумов с крупными хищными рыбками, которые могут не только обкусать их плавники, но и забить до смерти. Хотя у некоторых аквариумистов получаются и вот такие вот необычные комбинации хищников и других крупных рыб с альтумами. В общем, смотрите сами, ну и думайте сами, иметь или не иметь.
друзья, смотрите остальные наши видео на канале Аквамега Клуб. Нажимайте на кнопку внизу, чтобы подписаться и не пропустить свежие ролики. Читайте статьи и блоги на aquamegapedia.ru и присоединяйтесь к нам в соцсетях. Ссылки на них в описании ролика. Тому, кто поставит лайк видосу, отдельное спасибо. Всем пока и да пребудет с вами биобаланс.